сегодня. Специалист по работе с молодежью – это профессионал, осуществляющий свою трудовую деятельность в инфраструктуре молодежной политики. На законодательном уровне закреплен статус специалиста по работе с молодежью и его перечень компетенций. Тебе открыт большой спектр дисциплин, ориентированных на практическое применение и не только в работе. Организация мероприятий, работа с различными группами молодежи в сферах предпринимательства, трудоустройства, досуга и быта позволяет развить навыки soft skills. Форумы, тренинги, круглые столы, дебаты – это только малая часть форматов обучения специалиста по работе с молодежью. Изучать молодежь не менее интересно, поэтому тебе доступен весь арсенал возможностей в научной среде. Организатор работы с молодежью имеет больше шансов получить высокую стипендию университета за общественную, научную и творческую деятельность, потому что это ведущие виды деятельности студента нашего направления. Но где же работать такому специалисту? Мы ответим и на этот вопрос. Организатор работы с молодежью востребован в профильных молодежных центрах, органах власти, структурах молодежного предпринимательства, молодежных пресс-центрах, клубах, дворцах творчества и развития. В период обучения ты можешь применить свои навыки на практике и даже в условиях официального трудоустройства по специальности. Разные города, интересные люди, новые знакомства и неповторимый опыт. Да, это обучение специалиста по работе с молодежью. Студенты нашего направления неоднократно представляли университет на фестивале ОРМ в Екатеринбурге. Помимо профильного фестиваля, наши студенты посетили тысячу других, что позволило сделать нашу образовательную программу ярче и интересней. Ты тоже можешь быть гордостью университета, высшей школы и кафедры, представив наше направление на различных площадках. Это вклад не только в развитие специальности, но и в твое личностное развитие как универсального специалиста.